А, к сожалению, фотоаппарат за 400, 500 и миллион там, тысяч рублей, он не спасет. Да? То есть обязательно нужны знания, нужны навыки, потому что снимает человек, а фотоаппарат – это тот инструмент, который позволяет сделать эти снимки. То есть без знаний, к сожалению, картинки не будет. Вот. Я думаю, что в первую очередь нужно поставить базу, то есть какие-то знания, на которых основывается абсолютно любая фотография. И обязательно очень-очень много практики. Когда я только начинал фотографировать, я днем и ночью все свободное время тратил на фотографии. Это обязательно, потому что вот вся теория, она не работает, если ее не попробовать именно вот в реальных условиях. То есть много-много практики и знаний.